В Российском университете дружбы народов состоялся ставший уже традиционным круглый стол «Моя семья» в годы Великой Отечественной войны, посвященный 71-й годовщине победы Советского Союза в войне 1941-1945 годов. В работе круглого стола приняли участие ветераны, руководство РУДН и студенты университета. На всех факультетах и во всех институтах нашего университета ведется работа по сбору материалов от студентов, рассказывающих об истории их семей. Студенты сами готовят эти материалы, пишут эссе, пишут очерки и статьи. В дальнейшем проводится редакторская работа, отбор материалов. И после чего мы ежегодно публикуем сборник «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». С каждым годом остается все меньше очевидцев и участников тех страшных событий. Но память о подвигах, которые они совершали, бессмертна. Память о людях, которые вырвали победу ценой собственной жизни, всегда будет жить в сердцах последующих поколений. Это мысли наших молодых граждан нашей страны. Я хочу, как и мы все хотим, чтобы они были лучше нас, чтобы делали больше нас, и чтобы страна была лучше, чем каждым годом поднималась, крепла и развивалась. Успехов им в личной жизни, в работе, везде. И самое главное, чтобы они учились и учились хорошо. Общение с ветеранами, которые находятся рядом с нами, все более редкая и уникальная возможность, которую нельзя обходить стороной. Ведь, возможно, мы с вами – последнее поколение, которое видит их живыми. Телевидение РУДН. Новости.